Лера Кудрявцева опровергла информацию о том, что в кабине с пилотом находилась его жена. Кудрявцева написала в Инстаграме, что жена жива. Кто был рядом с Сашей, выяснилось. Женщина, погибшая при крушении самолета вместе с ведущим телеканала НТВ Александром Колтовым, оказалась его знакомой. Об этом сообщил ТАСС-источник в правоохранительных органах. Телеграм-канал 112 сообщает, что девушку зовут Наталья Климова. Ее тело опознали. Источник уточняет, что ей было 33 года. Она москвичка. Выпускница историко-архивного института РГГУ, являлась сотрудницей одного из банков. Частный легкомоторный спортивный самолет накануне совершил аварийную посадку в районе Новорязанского шоссе. После вылета у него отказал и загорелся двигатель. Пилот подал аварийный сигнал и посадил самолет в поле, но пожар охватил машину полностью. За штурвалом был Александр Колтовой, вместе с ним летела женщина, которую источники называли женой ведущего.